Путь к расширению сознания является глубоким и индивидуальным процессом, который может включать в себя различные практики, методы и подходы. Медитация и практика осознанности. Регулярная медитация помогает укрепить сознание и развить способность сосредотачиваться, а также расширить свою восприимчивость к тонким аспектам окружающего мира. Исследование духовных учений. Чтение и изучение различных духовных, философских и религиозных учений может помочь получить новые понимания о природе сознания и реальности. Практика осознанных сновидений. Тренировка способности осознавать себя во сне может предоставить доступ к необычным состояниям сознания и расширить горизонты восприятия. Искусство и творчество. Погружение в творческий процесс, будь то рисование, музыка, писательство или другие виды искусства, может способствовать глубокому погружению в сознание и расширению его границ. Путешествие для получения нового опыта. Изучение разных культур, общение с разнообразными людьми и переживание новых ситуаций может сбросить привычную депрессию и открыть новые способы восприятия. Практики телесного сознания. Йога, тэцзицуань и другие практики, ориентированные на внутреннюю гармонию и осознанность движений, могут помочь расширить сознание через восприятие своего тела. Изучение наук таких как философия, психология, нейробиология и других научных дисциплин может предоставить понимание того, как работает наше сознание, а также расширить границы понимания реальности. Путь к расширению сознания уникален для каждого человека. И важно выбрать те практики и методы, которые наиболее соответствуют вашим интересам и потребностям. Важно помнить, что это долгосрочный процесс, требующий терпения, открытости и постоянного развития.